Несколько часов назад в Тюмени наши академики стали чемпионами России. Сейчас мы узнаем у наших футболистов, как же они добились этой победы и что сыграло важную роль в этом матче. Дмитрий Романов. Дим, как ты считаешь, что самое главное было сегодня, что помогло нам выиграть? Мой гол на 19-й минуте. Александр Бойцов. Мне кажется, 4 подряд сейва Леона Гержа. Капитан команды, как ты, Герман, считаешь? Я думаю, что гол Дениса Баласа, после которого счет стал 4-2. И Михаил Есиков. Мое удаление. Вот так, собственно, академики и стали чемпионами. Гол Романова, сейвы Леона Геджио, удаление Михаила Есикова. И мы чемпионы. Победа над Тюменью 4-3. Я больше не стал.